А вот в Барнауле прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В них приняли участие 150 спортсменов. Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы имени Костенко из Барнаула, Бийска и Павловска. Сегодня прошел первый день соревнований. Также сегодня определились победители на дистанции в 1000 метров. На байдарках в разных возрастных категориях призовые места заняли воспитанники Павловской школы. Иван Папулин, Владлен Ушаков и Ангелина Рябицкая. И Матвей Коробов из Барнаула. В стартах на каноэ первыми стали барнаульцы Кирилл Ждвижков, Никита Абрусимов и Вера Аврабова из Павловска. Победители первенства Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ получат путевки на всероссийские соревнования. Они пройдут в конце апреля в Воронеже. Судьи первенства края отмечают, алтайские спортсмены имеют хорошие шансы достойно выступить на всероссийском уровне. Сейчас идет этап развития спорта. И, скажем так, крупными шагами идем вперед, двигаемся. Уже много у нас участников всероссийских соревнований. Есть и призеры всероссийских соревнований. То есть развивается.